На самом деле это знаменитое философское животное. И родом оно из Кембриджа, как это не парадоксально. Это байка, в общем, мы не знаем, было ли так на самом деле, но, в общем, она отражает диспут, который тогда существовал. Рассел и Мур, они настаивали на том, что есть вещи, которые истинные, которые можно утверждать с полной определенностью. Витгенштейн, который, понятно, со своим подходом к достоверности, очень строгим подходом к достоверности, утверждает, что мы не можем быть уверены в чем-то на 100%, потому что реальность сложнее, чем нам кажется. Он в лекционном зале встал и стал перечить Расселу и говорить, что он не согласен и что мы не можем обо всем говорить с такой определенностью. На что Рассел пошутил, он был большой шутник, он сказал: «Хотите сказать, что я не могу быть уверен, что в этой комнате нету носорога?» На что Витгенштейн сказал: «Вы не можете быть уверены». Дальше Рассел стал демонстративно обходить лекционный зал, заглядывать под парты и говорить: «И здесь нету носорога, и здесь нету носорога». Вот, все смеялись, а Витгенштейн стоял и продолжал утверждать: «Вы не можете быть уверены, что здесь нету носорога». В этом его сопротивлении авторитету Рассела и в этом утверждении правды о сложности мира и состоит этот философский спор. Поэтому здесь практически в каждой комнате вы обнаружите носорога, вот, потому что они напоминают нам о том, что мир сложнее, чем кажется.